Thank <laughs> you. продолжаем читать книгу царств, первую книгу царств. И, собственно, сегодня поговорим о самом начале этой книги. В прошлый раз мы сделали общий обзор и рассказали о том, что является в первых главах, ну буквально во второй главе книги царств, свидетельством о той мерзкой эпохе, которая об эпохе судей, которая и предварила эпоху царств, которая и привела к тому, что единственным способом спасения человека, сохранения его отношений с Богом, было введение установления монархии. Вот мы разобрали сюжет, который духовно, нравственно, скажем так, художественно, относился еще к прошлой эпохе, к эпохе Судей. А книга начинается с другого. Тоже мы об этом говорили. Она начинается с истории Анны, э, которые молитвы ее, э, жертвы ее. Э, описывается, как появился на свет Самуил, потому что именно ему Бог судит, ему Бог велит. Установить, вот, стать посредником между двумя этими эпохами и как последний из судей избрать царя, помазать его на царство и уйти, сделав свое важное дело, выбрав царя над Израилем. Вот. Итак, первая глава она описывает историю некой семьи человека, мужа зовут Елкана, у него две жены, имя одной Анна, имя другой Финана. У Анны нет детей, у Финаны есть, но любит Елкана Анну. Любит, несмотря на то, что она не может подарить ему детей. Ну, собственно, неудивительная история. Мы это уже слышали и читали в судьбе Иакова. И, собственно, на этом Священное Писание не акцентирует внимание, потому что подобные отношения уже достаточно описаны уже в книге «Бытие». Хотя тут есть и разница. Анна смиренно, Финана нет. Если в истории Якова, как мы помним, было наоборот – Рахиль из-за того, что была любима, притесняла свою сестру Лию. А здесь Анна любима, но не притесняет. Наоборот, Финана, имеющая детей, ни одного, она смеется и унижает Анну. А Анна просто терпит эту ситуацию. Единственная ее забота – это, как видно из вот того сюжета, который привел к рождению, к зачатию рождению Самуила, почему, собственно, она побежала в храм, в Скинию. Елкана видя, что Анна плачет, он, и зная причину, по которой она плачет, он подходит к ней и говорит, что какая тебе разница, ты же знаешь, и я знаю, что я все равно люблю тебя больше всего. Но есть у тебя дети, но нет у тебя детей. Какая разница? Разве я не лучший, любовь моя не лучше любви ребенка? И Анна бежит в Скинию не потому, что ее замучила тоска. А потому что она хочет, чтобы Илкана получил и от нее ребенка не о себе она думает она думает о муже она понимает что при такой любви к ней как бы он хотел чтобы э, у него был ребенок от Анны и она совершает безумную вещь как наверное все любящие и любимые люди она, идет молиться Богу о даровании ребенка в безумии, обещая ребенка Богу. Она не думает о себе, она не сможет порадоваться ребенку, она не думает в этом случае и об Алкане, потому что она же заберет у него ребенка, даже ему отдав. Вот таково безумие любви. Она ищет только чтобы отдать. Отдать, и она просит, чтобы ей дали, только для того, чтобы отдать. Вообще, это очень важный принцип мира как такового. То принцип можно назвать евхаристический, если мы понимаем, что такое евхаристия. Мы говорим Богу, Твоя от Твоих Тебе приносящий. Все, что мы получили от Тебя, мы хотим отдать Тебе. Вот этот важнейший принцип бытия, это важнейшая, это сама суть богочеловеческих отношений, само их ядро, сама их сущность, Само глубина этих отношений понять, что все, что у меня есть, все, что у меня может быть, это все Его дары. Это Он мне дает жизнь, здоровье, деньги, детей, способности какие-то, дом, родину, силу или честь, или что бы там ни было дает он, и для меня, нет, он ничего не требует, но для меня единственным смыслом осознания всех этих даров является э, отдача их ему, посвящение их ему, принесение их ему. Если бы человек лучше всего там, в раю, смог бы это сделать, Никакой истории бы не было. Было бы Царство Божье, и Бог был бы все во всем, к чему мы все и идем, к чему мы все и стремимся. Ибо Царство Божье ⁇ это когда Бог все во всем. Но чтобы он стал, все во всем. Человек должен отдать ему все, посвятить ему все отречься от всего, отдав все Богу. И когда это сделано будет, тогда во всем будет Бог, ибо человек отдал это все Богу. Так делает и Анна, воодушевленная любовью, ибо, как мы узнаем, через несколько столетий Бог есть любовь, и потому всякий любящий рожден от Бога. И вот она бежит в скинию. И встала Анна, после того как они ели и пили в селоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господь. И была она в скорби души, и молилась, и горько плакала. И дала бед, говоря, Господи, Саваоф, если ты призришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась перед Господом, или смотрел на ее уста». И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Или счел ее пьяной. И сказал ей Или, да коли ты будешь пьяный, вытрезись от вина твоего, и отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливая душу мой пред Господом, не считай рабы своей негодной женщины, ибо от великой печали моей, от скорби моей я говорила до сели». И отвечал Илья и сказал, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в раму. И познал Илкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала имя ему Самуил, ибо говорила она от Господа и спросила его. И пошел муж Илкана и все семейства совершить годичную жертву Господу и обеты свои. А она же сказал, не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. И сказал ей Илкана, муж, и делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не скормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, кормила грудью, сына своего до не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв три тельца и одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в селом. Отрок же был еще дитя, и закололи тельца, и привела отрока к Илью, и сказала, о Господин мой, да живет душа моя твоя, Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла» и молилась Господу, о сем детяте я молилась, и исполни мне Господь прошение мое, чего я просил у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу. И поклонились там Господу. Она с мужем, с семьей своей пришла в селом, совершили же это приношение, скорее всего. Судя по тому, что ели и пили, это была жертва мирная, но она в любом случае была, кроме каких-нибудь других жертв. Потом она идет молиться. Но вообще никто не требует. Достаточно принести жертву. В законе ничего не сказано про молитву. Это твое личное дело. Вот интересно, как? Э -э откуда? Когда, когда в человечестве возник этот плохой вопрос, этот неправильный вопрос, как молиться Богу? Откуда он взялся? Молитва не есть требование закона. Требованием закона является жертва. Требованием закона является заповедь. Но когда родилась этот вопрос, как молиться Богу? Человек просто приходит и молится. Тогда, когда ему хочется излить свою душу. Есть то, что требуется. Есть то, что человек приносит от своего сердца. Потому что сердце его изливается перед Богом. Сердце мое было, как воск, тающий в груди моей, скажет однажды тот, ради которого Самуил появился на свет. Сердце, тающее в груди, как воск, и этот воск каплет, и эти слова молитвы, как воск, изливаются пред престолом Всевышнего, и в том числе и поэтому восковая свеча стала знаком и символом молитвы. И Анна выражает, и никто не заставляет, она не обязана в храм, в скинию, никто не приходил для того, чтобы помолиться. Надо бы, конечно. Туда приходили, чтобы совершить жертву, они привыкли совершить жертву, поскольку сердце у людей было мертвое давно уже. Они не совершали молитв никогда. И э, Господь придя однажды в храм, напомнит это человеку, Израилю и нам всем дом мой, домом молитвы наречется. Вообще-то должны приходить сюда, чтобы принести свои молитвы. Жертвы прописаны, потому что если их не прописать, вы никогда их не принесете десятины, жертв, свечи, ладан, масло. Но молитва – это потребность человеческой души, живой перед Богом человеческой души. Неужели люди вы стали настолько мертвыми, что даже входя в храм, вы не хотите молиться? У вас не трогается сердце, оно не течет в молитве значит, оно мертвое. И вот Или сидит и смотрит. Да что ж такое-то? Он же первосвященник. Он что, никогда не молился? Но если бы он молился, он знал, как молится человек. Не молился он. Никогда он стар. Он состарился в первосвященстве и никогда не молился Богу никогда. Первосвященник, судья израильского народа, никогда не знал, что такое молитва. Вот до чего дошел человек в эпоху судей. И это страшнее того левита, который разрезал свою наложницу и устроил гражданскую войну, потому что что может быть страшнее первосвященника, дожившего до старых преклонных лет, не умеющего молиться, не знающего молитвы и никогда в жизни не произносившим подлинно молитв. Конечно, он тексты произносил, положенные раз в год в Йом-Кипур, и когда совершал назначенные жертвы, он все это произносил, но молитвы, как излияние души перед Богом, он не знал, иначе бы он увидел, увидел бы в молитве Анны молитву, но он не увидел, он потому и смотрит на нее. Он никогда не видел, ладно сам, он никогда не видел до нее молящегося человека, он подозревает, что то, что он видит, что-то странное, быть может, страшное, он никогда, сидя в храме, наблюдая за тем, что происходит в храме, он никогда не видел молящегося человека. Вот итоги развращения, разрушения народа, вот так скажем, во всей карти картина маслом, что называется. Он подозревает, что он видит нечто необыкновенное и боится этому поверить. Неужели Бог дал ему увидеть на старости своей почти столетней жизни молящегося человека? Какое чудо, да не может быть, да нет, да такого не бывает, да неужели ж кто-то сейчас молится? Да ну, не, она, наверное, пьяная. Да не может быть, чтобы женщина в наше время в храме молилась Богу. Да нет, мне показалось, померещилось. Наверное, все ж таки пьяна. Подойду, спрошу. И когда он понимает, подходя ближе, видя, что действительно человек разумный, по глазу, по голосу, по запаху, он понимает, и она говорит ему о том, что она молится. Он не спорит, не ругается, а потрясенный, пораженный, благословляет ее. И пораженный же уходит обратно на свое седалище. Он видел чудо, он видел молящегося человека в храме, посвященном Богу. Он видел на старости своей лет действия Духа Божьего в сердце человека. И это поразило и потрясло его. Как же молится Ан? Она молится сердцем. Ее молитва в сердце. Уста только шепчут. Молится сердце, а не уста. Она об этом говорит. Она так и говорит. Я изливаю душу от великой скорби. Уста просто шевелится так и должно быть с настоящей молитвой. Если мы просто читаем текст, а сердце спит или ничего не чувствует, именно не чувствует, то это никакая не молитва. Это неплохо, и это нужно делать. Но просто к молитве это не имеет отношения. И люди, которые хотят, чтобы их сердце проснулось, разбудилось, они принуждают, вынуждают его, они терзают его и мучат, ибо оно уже успело давно умереть, но мучат и терзают они тем, что произносят слова устами, и этими устами, этими словами не побивают свое сердце, чтобы оно очнулось, проснулось, и чтобы молитва сошла туда, в сердце, Ибо только тогда, когда она в сердце, то, что делает человек устами, будет называться молитва. Изливая душу мою от великой скорби, значит, так нужно молиться, изливать душу. От великой ли скорби, от великой ли радости, от благоговения или страха, от благодарности или Восхищение, но человек должен изливать в молитве сердце. Не мысли свои, а сердце. Это сердце может изливать боль за свою жизнь, страх за жизнь своего ребенка. Может просить себе смирения или дома, крыши над головой, что угодно. Но это должно просить сердце, не уста, а сердце. Ибо Бог не слышит наших уст, Он смотрит в наше сердце. Сын, дай мне сердце, дай мне свое сердце, ибо Господь смотрит именно туда, об этом и в Ветхом Завете знали люди, и в Новом. И поэтому только тогда наша молитва становится молитвой, когда сердце у нас живо когда сердце живет, чувствует, болит, радуется и страдает, тогда мы изливаем молитву, мы так и говорим, молитву пролию ко Господу, один из эрмосов воскресного канона, молитву пролию ко Господу, она льется, так льется сердце, оно изливается в словах молитвы, и все правила мира, все молитвословы, когда-либо написанные от папирусной бумаги до современных типографских офсетных продукций, все это только для того, чтобы разбудить свое сердце, чтобы вернуть его к жизни, чтобы оно стало молиться само по себе. Пусть и поддерживаем порой молитвословом или каким-то еще известным нам молитвенным текстом, но чтобы оно жило, чтобы оно чувствовало, чтобы оно произнося слово «Отец», оно трепетало от радости и страха, называя Бога своим отцом, чтобы произнося слово «Господь», оно смирялось и склонялось бы в благоговейном поклоне понимаешь, что должна исполнить волю своего Господина и Господа, чтобы благодаря оно благодарило, чтобы прося оно просило, ибо только сердце совершает подлинную молитву. И вот она приносит плод своей молитвы, Бог ее услышал, ибо как можно не услышать сердце? И говорит своему мужу Илкану, что то, что она говорит, вообще-то она обед приняла не по закону. Она не может принести этого ребенка, потому что по закону обед замужней женщины, он имеет свои ограничения. Она не может распоряжаться тем, что ей не принадлежит по праву. Это сын принадлежит мужу, и она боится и трепещет этого, как она теперь исполнит обед ведь Элкана не знает об ее обете. Но такова великая, великая любовь этих двух людей. Мне очень грустно, что эти имена не вставлены в чин Венчане, и их не вспоминают там практически только Анну, потому что это настоящая любовь, и когда Элкана услышал, о том, что она в долгожданного от нее сына хочет отдать Богу, он говорит, пусть Господь поможет тебе и утвердит. Ибо женщина, которая долго ждала ребенка, трудно расстаться тебе с ним будет. Трудно. Но пусть Господь тебе поможет. Ибо великое дело ты задумал посвятить сына нашей любви Богу.